Всем добрый вечер. У нас игрушка соцпец. Вот, смотрите, вот в такой упаковочке. Приобрели мы ее в Розетке. Тут есть украинскую мову, что где и как, рекомендации от 3 лет. В общем, кому надо, почитает. Вот есть адрес сайта, можно зайти посмотреть все эти игрушки. В общем, тут должен быть такой пупсик, зверушка какая-то и определенной профессии. Всего их 48. Да, 48 разных. И 7 сюрпризов там. Да. Можно еще отсканировать там QR-код и вот позвонить, попросить о помощи эту зверушку. Ну, сейчас раскроем. Будем смотреть, кто в этот раз попался. Вот как выглядит сам этот кубик без пленки. Очень красочный, яркий. Сейчас будем пытаться его раскрывать. Бери ножнички. Где там перепонка? Ищи. В общем, нам попался пожарный. Но может быть другой будет. У нас уже был пожарный один раз. У нас кто там был? Пожарный. Кот был, да. Вот такой. Ну, сейчас будем смотреть, такой ли кот тут, или может кто-то другой. Ну, давай, раскрывай, пробуй. Ну, вот все запчасти, так сказать, мы достали. Шляпка. Шляпка красная. Кабинка. Ну, это форма пожарная. Понятно. И тут должно быть, ну, ботиночки желтенькие. Угу. И кукла со мной должна быть другая. Вот кукла. Да, другая. Другая? О, в этот раз не кот. А в этот раз как зайка какая-то с переливом. Вот, посмотри в инструкции, кто там. Какая там зверюшка. Зайка. Был кот, стал заяц. Так, зайка, зайка. А, вот, зайка это, ну, вот, это? Вот нет, вот это вот. А, вот это. Это Милу. Да. Милу. Ну, по пожарникам может быть Бобби Кэт и... А, ну вот еще, да, вот. Угу. Ну да, вот он. У него вот на, попе. На заднем месте что-то написано тут. Я не знаю, что это. Какой-то код, наверное. Это код. Все. Нам подослали зайца. Кодированного. О! О, он на этих ушах хорошо держится, да. А у кота спадает вот головной убор. В общем, мы будем пожарную команду собирать. Кот, заяц. Кот, заяц. Может, еще кто попадется когда-нибудь. И опа. Так, всё. Что там? А штаны есть? Желтые сапожки. Ну, не очень как-то. Давай, так, давай, сапожки наденешь, будет красавец. Может, красавица. Это Мило. А, это девочка? Да. Это Бобби Кэт, это мальчик. Как раз девочка и мальчик, такая банда. Угу. Такой. Ну, форма у них одинаковая, да? Привет! Привет! Я тушу пожары. Нет, у нее такие стрелки есть по бокам. Ну да. У него прям как огонь. Ну, это зеленоглазая красотка. Ну, в общем, вот, собираем пожарную команду. Так, он будет стоять? Ставь ее. Стоит. Вот. Наши фигурки. И вот еще. Оп. Ну, это с прошлых наших. А, ну да. Так, да. И... Вот это все, кто у нас есть. Такие боты красивые у меня. Угу. Айскрим. Это попкорн. Угу. В общем, покупайте, рекомендую. Очень интересные игрушки. Можно разыгрывать много разных сценок с разными этими зверушками и профессиями для детей. Спасибо за внимание.